мы начинаем наш рассказ об этой удивительной поездке в Армению и Грузию с южного побережья Черного моря, недалеко от границы с Аджари. Здесь, прямо у автострады, мы нашли уютное место, чтобы немного передохнуть, а завтра с новыми силами отправиться в гости к нашим друзьям в Армению. Стейк должен быть такой, до коричневого цвета поджаренный. Прекрасный вечер в Турции, по дороге в Грузию. И мы это начинаем встречать каждый день все интереснее и интереснее. Я надеюсь, когда наша компания пополнится еще несколькими хорошими ребятами, я думаю, что наши интересы приумножатся. Не преувеличатся, а приумножатся. Благодаря тем людям, кто к нам присоединится. За наше здоровье, вкус оно будет у нас. Чтобы мы много раз могли себе позволить отдых на такой простой, на природе. Согласен. Полностью поддерживаю и за это. Все хорошо. Какой стейк, Валерчик, готов? Обалдеть! Наступило утро, и нам пора в путь. Дорога предстоит длинная. Чтобы добраться до Армении, нам нужно проехать через всю Аджарию и Джавахетию, а затем уже по армянской земле мы отправимся к удивительному по красоте высокогорному озеру Сиван, где и остановимся на ночлег. Святой Первопрестольный Эчмиадзин, духовная столица армян всего мира, место резиденции католикоса, главы армянской апостольской церкви. Именно здесь, в конце III века, по приказу царя Тардата III, были замучены 35 дев, репсимианок, бежавших сюда от гонений римского императора Диоклетиана. После этого Тардат заболел тяжелейшей болезнью, от которой его излечил проповедью христианства Григорий Просветитель, вызволенный из темницы в городе Арташате. Царь покаялся в своих грехах и согласился принять христианство в качестве государственной религии Армении. По преданию, после крещения Армении святому Григорию Просветителю явилось видение. Господь золотым молотом ударил по земле, и здесь поднялся золотой жертвенник. От него исходил огненный столб, а над столпом стоял лучезарный крест. Святому Григорию также явился ангел, объяснивший значение видения. На месте, указанном Господом, должен быть возведен главный храм Армении. В 330 году был построен кафедральный собор, изначально посвященный Пресвятой Богородице. Первоначально собор представлял собой деревянную базилику, а в 4-7 веках храм перестроили в камни, после чего он приобрел крестово-купольную форму. В конце 60-х годов 19 века к храму были пристроены помещения, где ныне находится сокровищница святого Эчмиадзина. Здесь можно поклониться главной святыне армянской церкви
наконечнику святого копья, которым римский сотник Лонгин пронзил бок Иисуса Христа на кресте. Наконечник был привезен в Армению святым апостолом Фадеем, который совместно с апостолом Варфоломеем считается первыми проповедниками христианства и основателями армянской церкви. Примерно в 40 километрах к юго-востоку от Еревана, в ущелье горной реки Гохт, находится монастырь Гигард. Он был основан в 4 веке на месте священного источника ключевой воды. Гигард, армянский старый монастырь, часть монастыря построена внутри горы, а часть снаружи сделана. Наконечник копья называется по-армянски Гигард. И тут было наконечник копья, чем Христа. Они смотрели, он жив или не жив. Вот эта часть копья здесь была, отсюда взяли вечмиадзин. Բոլորի պահապան Քրիստոս, թող քո աչքը և սուրբ ձեռքը պահապան լինի քո այս ծառային և աղախնուն, և իրենց ծնողներին ու հարազատներին, գիշեր թե ցերեկ, տանը նստաս թե ճանապարհ գնալիս, քնաս թե արթուն, որպեսզի երբեք չսասանվեն, այլ հաստատուն մնան ամեն ինչի մեջ, և ողորմիր քո արարածներին և մեզ բազմամեղացս, ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ. Встретили неожиданно болгарского туриста, который спел так, что мурашки шли по телу, а акустика храма внутри скалы необыкновенная. К сожалению, сегодня завершающий день нашего пребывания в Армении. Завтра нам предстоит переезд в мой родной город Тбилиси, где нас ждут
наши грузинские братья, вместе с которыми мы и продолжим наше путешествие по Грузии. Тбилиси. Как дороги моему сердцу эти родные места. Тацминда, Салалаки, Авлабар, Вакей и Сабурталу, Бегоми с футбольной школой Аваза и, конечно же, Ковчала и Галдани. Здесь прошло мое детство и бурные годы юности. К сожалению, на этот раз мы проведем в Тбилиси всего лишь один день, а рассказ о самом городе оставим для другого фильма. А пока мы наконец-то собрались все вместе. Наши тбилисские друзья, наши братья из Еревана, братишка Анар из Баку и наша группа из Кишинева. Итак, мы отправляемся в путь. Сегодня нам предстоит знакомство с древней столицей Грузии, городом Цедо. А затем мы отправимся на мою историческую родину, в город Гори, в окрестностях которого расположен древний пещерный город Уплисцихи. Приехали в Цхету, это древняя столица Грузии, древнее, чем Тбилиси, конечно. Мы стоим у Святой Цховели. Святой Цховели – это есть гордыня Грузии. Здесь находится, вот, за нами находится церковь. Сегодня она же каменная, которая была построена и восстановлена в X веке. До нее здесь была церковь деревянная. После вот эта деревянная церковь была несколько раз уничтожена, ее сожгли сперва арабы, потом турки, и после при царе Давида I и Георгия I он был восстановлен. Георгий I был царь Грузии, который восстановил Святой Цховели и построил его в таком виде, как сегодня мы его видим. Грузинская церковь, апостольская церковь. В Грузию вошли два святых апостола. Одни вот мы стоим перед мощами апостола Иисуса Христа Андрея Березанного. В Грузии запохоронен Симон Гананский. И есть предположение, что в сегодняшнем Ваджаре, в Гониевском, где Гониев мы были в этом храме, клепости точнее,
похоронен, это предположение. Третий апостол, который вошел в Грузию, это был Матвей, Матата. Матата, наверное, Матвей, я не знаю. Но мы встаем перед мощью Андрея Березова. И здесь похоронен, я встаю перед могилой грузинского царя Ираклия II и последнего царя Грузии Георгия XII. Перед нами царь Грузии Вахтанг Кургасар V, он построил город Велис. Это меч, символ храбрости и символ того, что Ираклий II всю свою жизнь он провел в войнах. Ему был первый бой, он провел с дагестанским войском, ему было 14 лет. Цхетские Джуары. Джуары – это крест, крестовый монастырь. Он считается одним из древних церквей, памятников Грузии. Это 5-6 век. Я надеюсь, что вам это понравится. Каждый раз, добравшись к монастырю Джуары и глядя с его высоты на древнюю столицу Грузии, и место слияния двух рек – Арагви и Куры – вспоминаются строки поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова. «Немного лет тому назад, там, где сливаясь, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагви и Куры, был монастырь из-за горы, и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот и башни, и церковный свод». По преданию, именно святая равноапостольная Нино, идя по Грузии с проповедью, поставила здесь крест. Еще в 545 году на этом месте был построен маленький храм, но он был разрушен. Нынешняя церковь была воздвигнута через полвека и сохранилась практически в первозданном виде до наших дней. Мы находимся в каменном городе Уплисцихе, в переводе Уплисцихе, это значит крепость Христа, так и назвали грузины. Она была построена в 2-1 веке до нашей эры. Тогда, конечно, она была центром язычества. После принятия христианства как государственной религии, она потеряла свой вид. Ее после 9-10 веке грузинские цари восстановили. Она была как резиденция грузинских царей. В середине феодального периода она опять же потеряла свое влияние. В 19 веке она вообще стала ненаселенной. А сегодня, вы как видите, она фактически сохранена в целостности, как была. Сзади нас, рядом нас, я говорю, это есть церковь, грузинская православная церковь. Архитектура поддержана старогреческая, византийская, заметно. И ее построили в 9-10 веке грузинские цари.
Дальше наш путь лежит на северо-запад Грузии, где нас ждет знакомство с одной из самых отдаленных и живописных частей Грузии – Сванетией. И, конечно же, мы посетим Ужгули, одно из самых высокогорных сел в Европе, где наиболее сохранились традиционные сванские дома-башни. Великолепие первозданных гор, девственно-белоснежные склоны, буйная зелень лесов и неутомимый шум рек – и все это Сванетия. Древнее поселение, затерянное в горах Северной Сванетии. Находясь здесь, ощущаешь себя полностью изолированным от цивилизации, а горная тишина и покой невольно наводят на размышления о вечном. Прощаемся с Ужгули и ее жителями, бережно сохраняющими древние традиции своих предков. А завтра нас ждет знакомство со столицей Аджарии, городом Батуми.
второй по величине город Грузии и по праву считается ее жемчужиной. Здесь, в окружении наших батумских друзей, мы проведем 2 дня, наслаждаясь красотами гостеприимной Аджари. Конечно же, мы не могли не посетить Батумский ботанический сад, где собрана великолепная коллекция, насчитывающая 5000 видов, из них почти половину составляют древесно-кустарные породы, и лишь 104 из них можно встретить на Кавказе. Говори, говори! Так, мы его здесь... Завершает наше пребывание в Батуми прекрасный вечер в кругу друзей на площади Пьяцца, которая вечером погружается в разноцветные огни и подсветки, что придает ей еще больше романтизма и загадочности. Финита ла комедия, Генесуэле. Подожди. Закончилось наше путешествие по солнечной Грузии. Беспособная погода в Батуми, а мы уезжаем. Как быстро все. Вот так мы уехали. В завершении нашего путешествия мы не могли не отправиться в Тау-Кларджети. Это историческая область Грузии, находящаяся сейчас на территории Турции. Нашей целью было добраться до края древнего грузинского царства и прикоснуться к его истории. Из-за своей удаленности паломники редко посещают Тау-Кларджети, но обычные туристы в этих местах – это просто экзотика. По живописной дороге мы даже не предполагали, что на то, что нам предстояло увидеть в Тау-Кларджети, будет невозможно равнодушно смотреть.
И эти кадры мы снимали с болью в душе и с любовью в сердце. Еще одно хорошее событие дал нам Бог. Так, так. Оно у нас есть. Так, так. И оно настоящее. Почему? Потому что качество места, в котором мы находимся, качество компании, в которой мы здесь находимся, даже качество этих ребрышек бараниных, салатик. Бараньевых. Цуечка, спасибо Радославу. Все на очень серьезном уровне, на высокопрофессиональном уровне. Еще и вот этот вот печеный хлеб. Печеный хлебушек. Вот Палыч достал из костра. Жизнь прекрасная штука. Слава Богу, что у нас есть вот еще вот это.